день, у меня вечер. И опять ветер перемен. Я приехала в Пулково и улетаю в Москву. Меня Люда привезла, даже Люда с Машей вместе меня привезли. Только Маша еще не поняла, какая машинка. Зарегистрировалась. Выход D8. Моя ручная кладь весила всего 5 килограмм. Мой рюкзачок. Но там только компьютер. Так, где же этот D8-то? Прекрасно летать. Теперь я точно могу сказать, что я как Нелли. Наконец-то. И всегда, когда включено табло, пристегните ремни. You should fasten your seat belts tightly for taxiing, takeoff, landing during turbulence. Ladies and gentlemen, cabin lights will be dimmed for descending. The reading light is in the overhead panel. Thank you. Прилетели в Домодедово. Вот. Я села полчаса. Вернее, 30 километров. А уж по часам, наверное, больше, конечно. Москва. Как-то тут странно устроено. Куда выходить, непонятно мне. В общем, я вышла на 4-м, а они меня ждут на 2-м выходе. Аэроэкспресс. А мне, наверное, надо... Так, это 3-й вижу. 2-й, значит, еще дальше. Домодедово. Ближайший вход через 100 метров. Побежала свою 100-метровку. Они сказали, где-то возле... Эскалаторы меня ждут. Что-то дверь застряла. Затор. Наташка! Вышла. Наташка! Ой! Ой! Вон они мои. В общем, что-то какая-то дурная дверь. Давай застегнемся. У меня такое впечатление, что это я их встречаю. Я говорю, у меня такое впечатление, что это я вас встречаю. Welcome to Moscow. Ой, ты моя золотая. Ой, ребята, привет. Ну вот, видишь, как вы. Какие. Ой, спасибо. Аэропорт, блин, не знаю. Да, слушай, обалдеть. Огромадный. Да, вон там очень быстрый, красота какая. Слушай, он... Я как-то через него летала, так бежала километры, наверное, бежала из одного. А мы припарковались тоже, пока тут все эти прошли, все, думаю,
Мы дойдем когда-нибудь до аэропорта или не дойдем? Слушай, жизнь-то кипит сейчас ночью. Ты что, дрожишь? Слушай, кипит не то слово вообще. Я думала, вот трай этот мячик. Ой, да я б его не нашла, ты что? А ты спросила, где у вас здесь мячик? Мячик. Тут ты посмотри, все такие же, как я. Посмотри, какая реклама красивая. Ой, да, ну так как вы туда проникли-то? А мы через второй вход зашли и встали. В входе выходили, мы заходили. А, да, зашли? Да. А там же написано, входа нет потом дальше-то. Ну, мы в открытую дверь зашли спокойно. Вот не ветрушку, а дверь, что ломаться? А я смотрю, мы в дверь заходим. А ему, Олег, все в этом? Ну, кто? Как только съедешь, что это дерево. Пи-пи. Да. Как долетели? Очень хорошо. Ты знаешь, как маршрутка прямо. Не успела даже. Нам дали чай, кофе, сэндвичи. Курицы с сыром, кто что хотел. Еще и кормят вообще. Да, я даже не ожидала. Я даже воды не ждала. Ну, хорошо, молодцы. Вот, ой, как хорошо. Всем тут туда-сюда. Что? Саши. Саши. А я. Саши. Ну, я уж тогда. Саши. Ага, нам втроем надо встать. Да. Запомнимся, он поймет. Да, да. А, Саши сказал, сейчас в Пуну поедет. Ему тоже не сидится. Ну, понятно, тем более один. Ну, он сейчас он с другом поедет. Там, говорит, его этой сестре, как Нурдата, вот эта ну да. Мусульманская. Которую повязывала ему. Да. А, сделали операцию на желудок. Да, она ж болела. И вот он поедет навестить. Они же уехали у вас в Путафарте, да, в другое место? Да, ну у них вся семья там в Пуне. Ой, какая красота! Вот не знаем, какой серебряный это дворец! Вообще, какой-то... Чье это? Меняем еще, мы сам первый раз... Маркиза Карабаса! Да, точно. Кто хозяин? Маркиза! Маркиза Карабаса! Такая подсветка красивая. Едем всю дорогу. Так красиво. Красиво? Сколько вы ехали? Час? Нет, зачем? Не знаю, минут 20, может быть. Может быть, 25. Но мы не торопились, спокойно. Ага. Что-то как-то... Мы туда встали, мы в пробку встали. Да. Трафик плотный. Нам надо на пешеходную было линию. Где? Нет, там не за ним, прямо. К чужой компании. В белых одеяниях, женщины в белом во всем. А чего? Не знаю, про белое братство что. Белое братство. Ух ты. Бедным им тут, наверное, и не проехать. Люди идут и идут. Ну да. А куда тут? Да. Час ночи. Час ночи. Народу-то. Ух ты. Хоть посмотреть, хоть рядом постоять, хоть выхлопным газом его подышать от Бентлев. Слушай, я мне в голову не пришла так сказать. Хорошо сказала. Богатым выхлопным газом, дорогим. Вот эти, да, белые? Нет, это не белые. А тебе прям шла какая-то несколько женщин. Прям чисто в белом во всем. Вообще красиво, конечно. Так, мы уже нашли, пойдем, не заблудимся. Так, а я пролез. А тут? Иди за мной, мы пролезем сразу. Понимаешь, плюшки всякие. Ну, ты бери, как тебе удобно. Давай. Так, все, так меньше шансов потерять. Да, выдыхай, всем бобер. Здравствуйте. Выдыхай, бобер. Всем здравствуйте, доброе опять утро. Опять мы. Не ждали, а мы приперлись. Нет, это мы к вам приперлись. Нет, ну мы вас позвали. Что ж, да, нет? Спасибо. Мне очень... Оказалось, я не привыкла или я отвыкла летать одна. Я пришла такая, да, такая растерянная в аэропорт. Что-то как-то привыкла за Сашей бежать, комментировать. А нет, а потому что приятно, что всегда вот у тебя... Кто-то все решает, да. А тут надо сама и с собакой гуляй, сама за собой убирай. Сама. Ира Джи. О, thank you very much сейчас. Ой. Мы забыли, мы всегда знаем. Как это действует-то? Это надо вот сюда заплатить? Устал. У меня 15 минут бесплатно вышло. Сейчас оплатить надо стоянку. Там час, ага. Там какая-то сумма. Он... Видишь, сначала оплатить надо, а потом уже шлагбаум сувать, что ты оплатил. А-а-а.
Ой. Сейчас туда дальше покажем вам, посмотрите. Ага, ой, ой. Красивая. Красота, конечно. Интересно, как они готовятся к Дню города? Что-нибудь объявляли, говорили, а что будет? Же, и везде и плакаты. Да у нас на каждом шагу. Сколько лет будет в Москве? 873. Один. 873. Три или один? 871. Да, вру, один. Один. Победила? Победила жена? В прошлом году уже 870 было, а я сейчас 73. Уже у нас на метро Трубный, там уже большую концертную сцену поставили. Ага. Во многих, вот на Поклонной горе сцена обязательно будет, на площади. Ты знаешь, Ирина, еще где-то фестиваль цветов проходит на большой территории, где-то это, ну, мы будем ходить гулять, где-то набредем. Царицын там какой-то сад сделали интересный. Ты не видела, Олеж? Не говорил по телевизору, я в газетке видела. То есть видишь. О, какой большой экран, прямо на весь это дом. Здесь. И без отель. А? Ого, на весь отель экран. Хорошо, вам поклон от Натальи. Да, спасибо, Наташ, спасибо большое. Спасибо тебе. В общем, все хорошо. Да, ехали. Такая огромная, этот аэропорт Домодедово, такой большой. Вот. Но мы нашли друг друга там. Она пыталась скрыться, но не получилось. Я пыталась скрыться, да, улететь в Питер обратно от страха. Дикая женщина. Какая красивая Москва. Едем прям как за граница. Сейчас почему? Экран на целый отель. Мы сейчас через Борисовский пруд проходим. Пока. Такие у вас красивые новостройки. Это или это не новостройки? Красные огоньки? Ну, это да, все новые дома, в принципе. Тут вообще все какое-то красивое. Очень красиво. Ой, совхоз Ленина начинается. А что это? Смотри, внимание. О, какой замок! А что это такое? Такая красота такая. Да вот мы сами хотим сюда съездить днем. Булочная. Мы обычно сюда ходим. Красиво, да? Хорошо, вы живете. Наши люди на такси в булочную не ездят. А вот здесь, видите, что, например, совхоз имени Ленина. Вот такой красивый ворота, такие красивые. Туда вот. Почему так называть? А как же это так? Это совхоз настоящий, вот этот, который... Что, правда совхоз? Ну, он так и есть. Имени Ленина. За ним поля, клубнику собирают здесь. Вы что, это... А, это здесь клубнику собирают? Да, вот он ездит сюда на работу. Слушай, поля как вот они пошли туда. А как красиво оформили. Да надо же, молодцы. Надо же, я думаю, это шутка. Кандидат, губернатор, как его фамилия-то? Фу, президент это был. Сейчас за хвост взяли. Их столько было. Ну, коммунист, ну чего? Жириновский. Ну, не Жириновский. ЛДПР. Зюганов. Нет, Зюганов, зачем? Вот вместо Зюганова он пытался. Другой был, да. Сейчас вот поднимемся на мост. Ага. Здесь вот был фейерверк у нас. Вот он, парк вот этот вот. Ага. Сейчас. На этой стороне у нас сиденья были, вот тут люди вы приходили сюда. Вот. А стреляли с того берега. Вот. Тихо, Олеж, ты... Не с того берега, а баркадер стоял. Олежка, миленький, ты давай, пожалуйста. Вон. О, как красиво там, сколько вот там орёл. Люди сидели, там все. Очень красиво. Вот это все громыхало здесь. А первый раз, когда 3 года назад он здесь был, мы с этого берега смотрели, мы прям под салютом были. Классно, нам понравилось. Но когда на следующий год мы пришли сюда, увидели, что там еще внизу салют есть, и музыку мы же это все услышали. Мы поняли, что там, здесь, там конечно... еще и под музыку все да, эти салюты. Ну, а там рассчитано же рассчитано. Вот почему тоже конкурс. Как правильно они, как они в музыку попадают, я так понимаю, они там какие-то свои у них правила. В общем, в прошлом году Россия победила, в этом году России не было. А по правилам победитель пропускает сезон? Да. И вот было 8 стран. И вот мы в субботу пришли. Англичане, США, да. Испания. Ой, сейчас, наверное, эти салюты белые, нового поколения, наверное, такие красивые. Да, такие. Народу. Очень, очень много народа. Но в прошлом году мне понравился очень это наша Марьина. Марьина, да, знакомая. Уже и родное оно мне стало. Что за Марья? Искусница. Как ваша там машинка подрастает? Ну, скоро уже 3 месяца. Большая, синеглазая. Синеглазая, да? Да, голубоглазая. 3 месяца. А что это за... Это табак. Ой, какой запах!
Да, вот так он ночью пахнет. Как твоя оранжерея это тут? Да уже почти все цвело. Мы с Олегом уже позавчера здесь это. Лента подошла так. Так смешно. Мы все с Олегом тут посрезали половину, поубирали. Очень так много было отсвешивало уже такого непотребного. Огородик. Его вчера тут спинки своими дорвали. А то так инвалиды ходили. Давай рюкзачок-то, чего ты его тащишь? Не дам. Ну, слава богу. Вот у нас рюкзак понесет. Да? Душа моя. А что это? Что такое рюкзак? Компьютер мой. Вот, представляешь, какие вот. Тяжести. Знаешь, какие мы носим? Представляешь, какая тяжелая работа. 5,5 килограмма всего. Мне взвесили в аэропорту-то. Я ну, говорю, блин, я могла еще до 4,5 килограмма тащить. 10. Там 5,5 в этом рюкзачке Полежка. Было. Это что, Полежка?